Всем привет! Сегодня 27 марта, Московская область, погода наипрекраснейшая, светит солнце, 11 градусов тепла и практически нет ветра. Я сегодня занимаюсь ежевикой, у меня два сорта, оба ремонтантные, без шипы. Конечно же, эти сорта в средней полосе на зиму нужно накрывать. Я ставила эти дуги, накрывала укрывным материалом, это 60-ка, складывала в два слоя и сверху еще клеенка. В прошлом году мне пришлось сделать небольшую вкопать ограждение, потому что замучили кроты. Здесь у меня заложена органика, минеральными удобрениями я не пользуюсь, поэтому кроты здесь у меня ходили пешком, выворачивали полностью всю эту ежевику. Вкопала ограждение и проблема ушла. Вот как-то так. Затем на зиму я эти ветки, так как ежевика требует укрытия, я пришпиливала к земле, сделала вот такую электродошпильку и приклоняла к земле, чтобы, конечно, лучше перезимовало и было легко укрыть. Этот сорт Осейдж дал мне хороший раз побег, второй побег, и здесь у меня тоже пришпилены. Сейчас шпильку вытащу. Опа. Третье. Три хороших побега. Здесь, видите, один такой маленький. Я его сейчас вырежу. Вот этот вырежу. И останется у меня три мощных побега. К сожалению, мы еще с осени не сделали шпалеру для этой ежевики. Ну, веточки, в принципе, еще небольшие. Я просто их вот так подниму, и она пока будет у меня так расти, пока мы не сделаем шпалерку. Обязательно ежевику нужно привязывать на шпалеру. Это и удобно, и практично. А это второй сорт ежевики. Таким образом я устанавливала дуги и уже набрасывала укрывной. Это сорт «Небеса могут подождать». Высаживала в прошлом году, покупала в московском питомнике. Прирост в виде одной веточки. И здесь вот вторая небольшая. Обрезать, конечно, я здесь ничего не буду. Также есть ограждение от моих любимых кротов. И в качестве мульчи я использовала солому. И попадается также древесина. И уже на этом сорте я покажу, что буду делать. Особо вырезать мне нечего. Только две ветки. Это все маленькие, они здесь вообще ни к чему. Будут забирать питание. Я оставлю три наиболее сильных побега. Это раз, два и три. И уже когда будет шпалером, я ее натяну. Все в прекрасном состоянии перезимовало. Листья как будто и не вышедшие из зимы, то есть они, видите, насколько все зелененькие и хорошенькие, красивые. Так, мы чуть-чуть подуберу. Сейчас у меня здесь двухгодичный перепревший навоз, и этим я и буду подкармливать по кроне. По пол ведра на каждый сорт. Здесь у меня скошенный газон. И обязательно мульчирую, чтобы сохранить влагу, сохранить червей, которые здесь работают. Слой приличный. Вот, в принципе, и весь весенний уход за ежевикой. Чем больше мульчи, тем все лучше. Довольна, как она вышла из зимы, потому что я этот сорт давно хотела. Надеюсь, может быть, и в этом году у меня будут ягодки, хотя бы такие сигнальные, но мне их попробовать очень хотелось бы. Препаратами от вредителей я буду обрабатывать чуть позже, как раз клубнику буду обрабатывать, землянику, и заодно и обработаю ежевику.
Сейчас то же самое я сделаю с сортом «Небеса могут подождать». Ну и на сегодня работа у меня закончена. Дуги с ежевики я убирать не буду, потому что по прогнозу у нас будут еще заморозки несколько дней, ночные до минус 5. Я просто укрывной в один слой 60-ку накину и все, готово. Так, я вам еще хотела показать голубику. В прошлом году высаживала 3 сорта высокорослые голубики. Заказывала саженцы из Белоруссии. Как высаживала, как подготавливала посадочную яму. Я оставлю ссылку под этим видео. Кому интересно, зайдите, посмотрите. На зиму не закрывала ни один сорт, потому что эта голубика морозостойкая, выдерживает даже больше минус 30 градусов. Изначально все у меня здесь заложено, когда я высаживала саженцы. У меня тоже есть здесь ограждение. Потому что голубика высаживалась в кислый торфяной субстракт. И, конечно, здесь большой слой мульчи. Если копнуть, это все хвойный опад. Вот это все мульча. Видите, и там дальше земля, между прочим, еще не вся оттаяла. А сверху я еще заложила небольшой слой. Это скошенная трава, потому что возможности сейчас поехать и набрать хвойный опад нет. А мульчировать ее нужно. Голубику еще не поливала, потому что, вот я же говорю, вот, это еще мерзлая земля. Так, обрезать, да, и сейчас вот эти все кончики, я вижу, что они сухие, я их все подрежу. В общем, это одной рукой тяжело сделать, я все это лишнее, все это подрежу. Перезимовала хорошо, по ней, видите, сразу видно, что она в хорошем состоянии. Единственное, вот этот кончик, вот он, я его подрежу. Это сорт Blue Crop. Здесь я высаживала сорт Патриот. Тоже перезимовал их отлично. Я, конечно, сомневаюсь, что в этом году здесь будут ягоды, потому что я не вижу цветочных почек, только почки листовые. Ну, посмотрим. Саженцы годовалые я высаживала. Этот сорт, что-то я название забыла, у меня записан какой-то сорт, но тоже довольно-таки хорошо перезимовал. Заметьте, что везде у меня очень и очень большой слой мульчи. Голубика ягода неприхотливая, в особом уходе не нуждается, но для нее критична эта влажность. Поэтому слой мульчи должен быть очень-при-очень большой. Будет время, в апреле съезжу и еще подсыплю сюда хвойного опада. Минеральными удобрениями я не пользуюсь, просто изначально сюда в субстракт, куда высаживалась голубика, было заложено все, что она любит. Это все, что хотела вам показать. Я желаю вам всего самого хорошего и всем пока!